Белгородский аграрный университет встречает коллег из Краснодара и Волгограда. Знакомство с вузом они начинают с местной ВДНХ – выставки достижений только научного хозяйства. Здесь собраны выдающиеся разработки ученых университета. Вот, к примеру, эксперимент по адаптивно-ландшафтной системе земледелия, который длился четверть века. А на этом стенде инновации для Белгородского научно-образовательного центра. Гордость селекционеров вуза – проект по производству мембран и шкурок кролика для челюстно-лицевой хирургии. Здесь представлен вот образец, это высокомаржинальный продукт, который получается из наших кроликов, которые у нас на ферме выводятся. Казалось бы, что такое селекция кролика? Ну, выводи. Но наша селекция отраслевая была направлена на что? Вывести кролика, чтобы он был без пигментации. То есть кожа должна быть чистая. Сегодня Горинский университет – один из ключевых резидентов Белгородского НОЦ. Высокий научный потенциал дает ему возможность участвовать и в стратегических госпрограммах, таких как «Приоритет-2030». Благодаря ей ведущие вузы страны объединились в консорциумы, чтобы вместе реализовать амбициозные задачи. Мы участвовали в программе «Приоритет-2030» в конкурсном отборе, в котором мы победили вот вместе с коллегами из Белгородского аграрного университета и университета Волгоградского аграрного. Сегодня мы обсудили ряд моментов, связанных с реализацией наших стратегических проектов, как мы будем двигаться. Стоят достаточно серьезные задачи и перед нами, а через нас, через наши университеты, к развитию наших регионов. Университеты-участники нашего консорциума подписали соглашение о сотрудничестве и теперь должны стать генераторами и проводниками сельскохозяйственных инноваций. Теперь мы, как участники этого процесса, несем в первую очередь ответственность, а понимаем, что у нас появляется уникальная возможность через несколько лет стать лидерами в аграрном образовании, в науке аграрной, в подготовке кадров. Участие вузов в программе позволит реализовать ряд проектов в сфере цифрового сельского хозяйства, робототехники, производства экопродуктов, агробиотехнологий. Смысл программы «Приоритет-2030» он прежде всего заключается в том, что за 10 лет университет, участник программы, должен пройти глубокую трансформацию. В планах 4 совместных проекта по направлениям генетика и селекция, инновационные корма и добавки, здоровое питание, благополучие сельских территорий. Это определяет ключевые вызовы для аграрной науки и образования в переходе к новому сельскому хозяйству 4.0. Я уверен, что в итоге мы получим значительное улучшение состояния агропромышленных секторов наших регионов, которые и сегодня высокоразвиты. Но для того, чтобы перейти на другую ступень уже развития, конечно же, необходима научно обоснованная система организации сельскохозяйственного производства, а также развитие сельских территорий. Ну а главная цель программы «Приоритет-2030» – сконцентрировать ресурсы ведущих университетов для достижения национальных целей. Наталья Войтенко, Валерий Ларьков. Программа «Такой день» на Мире Белогорья.